Здорово были. Нету еды. Да был где-то, сейчас подойдет, наверное. Короче, я приготовил. Ты конкретно, Лех, на рыбалку, да, собрался? Ну да. А что там взял? Удочку. А там сигареты. Хлеб. Хлеб не брал. А ловить на что будем? На банан. Банан надо. Банан? Да. А клюнет на него? Да. И что как? Серьезно? Да, нормально будет. Сигареты взял. Ну что, где дождать? Да сейчас, Владимир Иванович. Олег где? Олег? Да. Да где-то там, на пляже, купается. Блядь, а как он, придет сюда? Не знаю. Ну, сказал, его... придет к 6 часам, сейчас половина. Ну, пока тесто замешаем с бананом. Замешаем. И ему позвонить. Тесто с бананом? Да. А где мы будем брать тесто? Мука есть. Откуда она есть? Муки нету? Да я не знаю, с собой нету ничего. Ну, спроси у соседа. Сейчас стакан, пойдем смотреть. Стакан муки. Стакан муки. Я понял. И банан надо. Замешаем. Паприку красную я взял. Присыпать надо. А может на хлеб давать? Не пойдет. Как не пойдет? Не будет клево. Почему? На банан будет клев. А так не будет. А на апельсин не будет? Не знаю. Вот на банан и красная паприка есть. Сладкая. Нормально будет. Да? Да. Короче, надо муки взять. 100 грамм муки. Паприка есть, банан. Один банан. И все. Да сейчас все возьмем. И поймаем хорошо рыбу. Вечерний день будет удачный. Квасок надо взять тоже. Да, где взял? В дорожку. Да. Ну, квасок может покрепче там. Что-нибудь покрепче? Да, может. Ну, это вам с Олегом. Если он придет, я не буду. Олегу звонить. Пускай. А куда же я ему буду звонить? Ему некуда звонить, он без телефона. Как без телефона? Ну так, он вообще без телефона. А куда вы дел телефон? Куда ты дел? Опять? И не первый уже, да. Вот какой-то пятый там айфон у меня дома лежит, надо найти. Как оно приходит? Вчера не искал. Как оно приходит, так оно и уходит. Наверное. Все правильно. Ну, понятно. Товар привезли, да? Ты справишься. Да, да. Что, покурим пока? Да давай покурим. Тебе дать сигареты? Есть у меня, Лёх, спасибо. Не надо. Я вот такие. Манчестер. Манчестер. Пойдёт. Ну? Курить можно. Ну что, к тебе пойдём или куда? Да пойдём сейчас Владимира Ивановича найдём. Да за бананом сходим. Или что там? Далеко идти. Да рядом покупочка вот здесь. А, вторую? Ну да. Я думаю, туда. И как туда. Раз 6 часов и попрем. Туда дальше. Туда ближе. Туда дальше, здесь ближе. Давай так. Давай так сделаем. А мешок под рыбу взял? Сейчас пакет есть. А. Большой не надо. А я спал. Рано утром проснулся, а потом лег отдыхать. Приехал, такси приехал, и меня разбудил. Говорит, ты рыл в 5 часов? Я говорю, да. На вечерний клев собрали. Ну, короче, нормально. Ну, пойдем, сходим сейчас, все ж, куда деваться. Рыба-то хорошо. Помочь. Можно искупаться. Ну да. А ты снимаешь? Немного. Ну, всем привет подписчикам, привет. Привет тебе всегда. Да? Всегда привет, конечно. Лёх. Друзья, всем привет. Сказали, что? Ты на Леонова похож. Ну, говорят, да. Есть немного? Ну, что-то есть. Не наверное. Первый раз уже говорят? Не первый. На Леонова, и голос похож. Ну, вроде бы, да, вроде бы, да. Будешь доцентом у нас. Доцентом будешь. Ну, может быть. Пойдет? А? Пойдет. Пойдет. Не, я не против. Короче, всем привет. Спасибо вам за ваши комментарии. Я просто с них угораю иногда бывает. Так пишут. Кошмар. Пойдем, Владимир Иванович, что-то найдем. Пойдем. По дороге, заодно покурим. Пойдем.
Куда пойдем? Да домой, наверное, надо к нему идти. К нему? Ну. Еба. А не, вон он сам идет. Идет? Идет. Что, опять штанель одел или что? Не, вон там он, вон он. В рубашке? В костюме. Бля, жара такая лучше. А ты не в костюме? Ну, у меня как ХБ. А. У меня ХБ. У тебя такой вот прям блатной костюмчик. А ХБшечка, да, вижу. Я в охране служил. Короче, мы этот Москва-Сити охраняли. Вот там давали. Москва-Сити? Да, Москва-Сити. А, были мы там тоже. Ну, вот с Владимиром Ивановичем, да, ездили. Там, короче, ну, мы охраняли там и там что еще. И, короче, там много было охраны. Разные чопы там. Короче, нормально. О, а мы сейчас, если получится, прямой эфир включим. Пока будет рыбку ловить. Ну, а я буду там сидеть, почитывать вам, озвучивать как раз. Да? Пойдет? Привет передавать. Ну да, почему нет? Слушай, у меня 21 день рождения будет. 21 июня? Да. О, вот. Это уже скоро. Так я уеду 21. Будешь там на вахте. Я 21 вечером уеду. А днем буду, ну, там встречи с ними, короче. Ну, что делать, видишь, что? Я пойду в 20-го должен уезжать. Ну, как удобнее тебе, так ты и делай, Лёх, конечно. Получится. Ну, да. Идёт на дело. Сейчас, друзья, будем готовить наживку. На бананы. На бананы будем ловить. Наверное, сама какого-нибудь должны вытянуть на банан. Олег очень надо. Олег на речке. Фестивале. С самого утра мне сказали. Дядь Вов, ну ты на рыбалку-то пойдешь, здорово. Приехал. Ну вот он, Лех, приехал. Здорово. Уточек нету. Где твоя уточка? Отдам. Кому? Я. А зачем отдал? Она что-то ловить будет. На деньги. На чего? На деньги. На деньги? Думаешь, рыба клюнет? На деньги. Один на деньги, другой на банан. Олег, на что? Где Олег? Ты ему сказал, что мы на рыбалку? Сказал, приду. Что вам денег дать, идите тогда за бананом. Я пока пойду домой тоже. Куда идти? Что-нибудь накину. А куда идти? Чтобы меня там комары не загрызли, а? Куда идти? Покупочку, вот, тут да, 200 метров. Один банан я и так куплю. Я дам тебе, если надо, денег. Потом. Все, да, понял. Пойдем. Кого давай, выйдите за бананом, сейчас придете, сейчас все дам. На рыбалку ты пойдем. Один. На рыбалку пойдем. Эту, возьми, это, муку в чашку. Муку в чашку? 100 грамм, 150 грамм муки, ну, и беседки положи. Сейчас так, гляну, так. Если мы ее не сожрали, сейчас и, дам, и сейчас гляну. Мы замешали. Ну, и хлеба, наверное, надо купить на всякий случай. Буханочку одну. Не надо. Вообще-то я с дома возьму, зачем? Да. Иди, Владимир Иванович, сходи за бананами, приходите. На рыбалку пойдем сейчас, вон у него удочки у Лехи, видишь? Да. Все там, прибамбасы. Пойдем. А может кукурузу купить, а? Будет ловиться? Там же большая рыба ловится. Ну да. Там ее нет. А маленькую взять кукурузку, есть мальки, малюсенькие. Не знаю. Давай на банан. Давай на банан. А если вообще не клюнет, тогда хлеб надо брать. Клюнет. Клюнет? Да. Владимир Иванович, ну иди с Лехой. Сейчас приходите. Пойдем. Не хочу. А на рыбалку не пойдешь? А? А что, пойдем, мы, пойдем, что, мы вдвоем пойдем? И пиво попьем там. Пойдем. Пойдем, Владимир Иванович. Приходите Какая сюда, день? Приходите сюда, сейчас я приду, сейчас сюда. Друзья, ну мы на рыбалочку собираемся. Сейчас найдем бананы, тесто, хлеб. И пойдем. Возможно, эфир прямой включим. Желание будет, присоединяйтесь. Всем спасибо, едем дальше. Не забываем также про Инстаграм, Телеграм,
ВК, Одноклассники, ТикТок, все соцсети у нас есть. Кому как удобно, пишите. В личке везде отвечу всем и каждому. Все ссылочки здесь на главной в описании в шапке профиля.